Зеленый чай, катехины зеленого чая, альфа-липоевая кислота – это самые сильные, известные в мире антиоксиданты. И вот эта красная, по сравнению с ними, это мощь астаксантина. Посмотрите, во сколько раз. Считается, в 550 раз он выше витамина С. Если смотреть теперь горизонтально, вот витамин Е, витамин С, бета-каротин и астаксантин. Видите, какие сумасшедшие просто нормы. Настолько он силен. Вот если смотреть по картинке, вот это красное, которое прошивают клетку насквозь, это и есть астаксантин. Витамин С, это вот справа, видите, такая химическая формула, она работает только сверху клетки. Витамин В, бета-каротин, вернее, не то говорю, бета-каротин работает только поперек. И только астаксантин из всех известных прошивают клетку насквозь во всех направлениях. То есть свободные радикалы, если мы наш организм насыщен астаксантином, свободные радикалы не могут пробить клетку ни в каком направлении. Ни в поперечном, ни в продольном, ни в каком. А если свободный радикал пробивает клетку и доходит до ядра клетки, то начинаются генные мутации и онкология. Это как бы, ну, подтвержденные факты. То есть клетку нам нужно защищать. Я не буду вам читать вот эти вот все. Посмотрите, сколько у него еще дополнительно хороших разных свойств. Я не буду вам все это читать, но поверьте, что астаксантин, кроме защиты организма, дает еще большое положительное влияние на сосуды, на желудок, на суставы. Для мозга очень полезно. Мышечная выносливость. Спортсмены, кстати, вот если вы, может быть, знаете... Раньше времена еще бубки, вот прыгуны, да, они покупали за бешеные деньги, за доллары, которые им платили за первые места в мировых чемпионатах, они покупали в Японии и в Америке астаксантин, только тогда там он был. В основном это японцы делали и продавался как лекарственный препарат для спортсменов, потому что он повышал спортивную выносливость, мышечную выносливость очень сильно он повышает, и он уменьшает крепатуры. То есть когда спортсмен занимается очень сильно, у него потом очень сильно болят мышцы. Так вот, только астаксантин снимал эту боль мышечную. Только. И это было очень дефицитным средством. И у меня есть в структуре люди, которые когда-то спортсмены, которые пришли только ради астаксантина, потому что знают, что это такое. Именно спортсмены. Астаксантин действует медленно. Если для общего имеется в виду свойств, да, для суставов, там, для всего остального, говорю, не буду, у вас останутся слайды, я думаю, что вы будете ходить потом на занятия, вы будете это все разбирать, девочки дадут вам всю информацию. Так вот, он работает в течение, накапливается в течение 2-3 недель для общего терапевтического эффекта, для помощи организму. Но при острых респираторных заболеваниях, при гриппе, при температуре он действует мгновенно. 2-3 штуки, и вы чувствуете, какая разница. У меня попало, лично в моей практике, у меня было такое, в прошлом году у нас была конференция в Париже. И у меня за неделю до Парижа у меня вылезли шипы на пятках. Обострение, я не могла даже стоять. Не то что ходить, я не могла встать. Вот я лежала. Я позвонила своему хирургу знакомому, говорю, так, мне срочно надо укол. Он говорит, какие уколы? Тебе после уколов может быть осложнение, ты вообще не встанешь. Я неделю пила астаксантин, я взяла упаковку астаксантина с собой. И было дело так, утром раком с кровати, по стенке, простите, в туалет, да, в гостинице, раком до лифта. В гости, ну там же завтрак-то внизу, да, надо же идти на завтрак. Там поел, 2 капсулы астаксантина, посидела 5 минут и побежала за группой. Мгновенно, при усилении дозировки. И я приехала, то есть я там пила утром и вечером по 3 капсулы. Я приехала домой, у меня ничего не болит, хирург мне звонит, ну что, ты готова? Я говорю, мне уже не надо, спасибо. Я уже вручную все переписала, что ты мне хотел сказать. Поэтому очень классная вещь, я советую вам всем ее иметь, она тоже не такая дорогая. Если вы принимаете Wellnesspack, это вообще замечательно, там сразу витамины, минералы, там сразу омега-3, там сразу астаксантин, плюс 4-е в подарок. То есть мы все, конечно, принимаем Wellnesspack, но если вы хотите иметь в аптечке, то нужно иметь его отдельно, именно вот для усиления дозировки при каких-то респираторных заболеваниях. Детям можно только в острых случаях. Не потому, что это вредно. У ребенка иммунная система должна начать работать сама. Не нужно ее перегружать излишними какими-то препаратами. Но по одной через день, по одной 2 раза в неделю можно давать ребенку любого возраста для защиты. Потому что он, к сожалению, живет не в другом мире. Он живет в таком же, как и мы, с микроволновками,
с атмосферой и со всем остальным. Но не каждый день. При остром можно. То есть вот заболевание какое-то, высокая температура, дайте. Будет только плюс. Вот так он выглядит. Плюс у него сейчас еще добавлена черника. Кстати, это моя отдельная тема. У меня есть интересная тема лекции по чернике. Я хочу вам только сказать то, что черника полезна? Да. А сколько вы должны съедать черники в день в течение года, чтобы она была полезна? Ведро. А это возможно? Нет. Даже в летний период, когда есть черника, ведро в день съесть как-то, ну, может и можно, но как бы чего не вышло потом. Так вот, представьте, что это очень дорогостоящий препарат. Из черники вырабатывается такое вещество, как антоцианы, то есть самое полезное. И именно несколько килограмм, до десятка килограмм черники содержится, вот именно этого вещества, уже переработано, содержится еще в капсуле астаксантина. Представьте, какой класс. То есть вы сразу вместе с астаксантином получаете еще ведро черники добавок. И подписка, если вы берете Wellness Pack по подписке, то один пакетик стоит для вас всего лишь 14 500. Но это, по-моему, вообще никак. Правда? Если распределить на день, то это не так уж и много. Но этим вы заменяете и фрукты, и овощи, и лосось, и мясо, и рыбу, и пророщенные вещества, и все остальное. И плюс ведро черники. Да, поэтому делайте выбор, пожалуйста. Плюс по подписке мы получаем это все еще и в подарок. И у меня еще есть тема «Нутрикомплекс». Кто еще с нами?